Более десятка аварий с участием мотоциклистов. Таков, по словам полицейских, итог начала лета. В большинстве ДТП увечья получают дети. Травмы различной степени тяжести зафиксированы у 11 несовершеннолетних. Как говорят правоохранители, у многих из них не было водительских удостоверений. При этом беспечные ездоки порой пренебрегают элементарными средствами защиты, садятся за руль без шлемов. Вместе с владельцами двухколесных по традиции мотосезон открывают и сотрудники полиции. Люди в форме патрулируют улицы городов края. Иногда мощности их мотоциклов не хватает, чтобы догнать лихачей, но благодаря слаженным действиям и помощи автопатруля нарушителя все же удается задержать. Был как бы тоже случай у нас, то есть парень, гоняли его тоже, но после остановки, как бы, тем не менее, догнали, остановили человека, как бы с документами все в порядке, отсутствовал только страховой полис ОСАГО у него. Как бы, ну, естественно, начали его опрашивать, как бы, что сподвигло вас на того, что для того, чтобы убегать, как бы, он говорит, ну, это уже привычка моя, как бы.